Химках регулярно проверяют работу самых востребованных у горожан маршрутов. В декабре прошлого года маршруты номер 29 и номер 11 объединили. Жителям квартала Ивакина такое решение принесло некоторые неудобства. С этим вопросом химчане обратились в отдел транспорта и связи администрации городского округа Химки. С одной стороны, очень здорово и хорошо было увеличено количество автобусов, но, к сожалению, эта ситуация создала определенные проблемы для маленьких жителей нашего микрорайона в связи с тем, что они стали опаздывать в образовательные учреждения. Я очень надеюсь на то, что наша встреча сегодня прошла продуктивно, будут изменения. Проверить работу маршрута номер 29 пришли активные жители, муниципальные депутаты и первый заместитель главы городского округа Родион Левочка. Было принято решение направить на рабочую группу Министерства транспорта предложение о восстановлении маршрута номер 11 с тем, чтобы один автобус оставить на 11 маршруте и 5 автобусов большого класса оставить на 29 маршруте. Ждем рабочую группу Министерства транспорта Московской области, чтобы обсудить этот вопрос и принять решение, которое бы устроило жителей квартала Ивакина. Все замечания пассажиров взяли на контроль. Проверку качества обслуживания в общественном транспорте проводят еженедельно в соответствии с поручением губернатора Московской области Андрея Воробьева. Александр Сергеев, Елена Тараненко, Вильфрид Дымковский. Новости Химки ТВ.